Уже 10 лет в Сарове существует музей военно-морской славы. Идея его создания возникла еще в 2004 году, но воплотить ее в жизнь удалось лишь спустя 7 лет. Гордость музея – передвижная выставка, которая рассказывает о жизни и подвигах адмирала Федора Ушакова. В честь десятилетия музея, в день памяти святого воина, коллектив наградили грамотой. Я хотел бы вручить почетную грамоту, которой награждается коллектив Саровского музея военно-морской славы за вклад в сохранение истории военно-морского флота России, популяризацию достижений отечественной науки, укрепление имиджа ядерного центра и Сарова, а также десятилетием со дня образования. В честь 20-летия канонизации святого праведного воина Федора Ушакова у Дворца пионеров собрались все те, кто хотел почтить память великого флотоводца и возложить цветы к его монументу. И нам очень приятно, что именно сегодня здесь, в городе Сарове, мы проводим такое памятное мероприятие в честь этой даты, потому что наша местность, город Саров, федеральный ядерный центр, связан с именем нашего великого непобедимого флотоводца, самым близкими фактами, событиями в истории нашего спецобъекта. Благодаря ему мы налаживаем тесные соседские связи с Темниковским районом. Вчера там проходили значительные памятные мероприятия. Саровские представители там также были. И благодаря людям, таким знаменитым людям, Саров будет процветать, Саров будет востребован и будет необходим для нашей страны. После возложения цветов почетных членов общественной организации ветеранов военно-морского флота России наградили медалями. Завершилась встреча в честь адмирала Федора Ушакова троекратным «Ура!». Ура! 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 Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.